Вы могли бы поверить, что можно не только сидеть в кафе и общаться с друзьями, но еще и играть с котятами? А такая возможность теперь есть у каждого желающего в нашем городе. Кафе «Мурзик» открыло свои двери 19 марта. В этот день каждый мог провести время с семьей кошечками, которые живут именно здесь. В организации этого социального проекта важную роль сыграла молодежь Казани, в число которой входят и студенты КФУ. Они до сих пор участвуют в реализации этого замысла, ведь это не просто место для отдыха и развлечений. Это шанс для бездомных животных вновь поверить людям и обрести уютный дом. Отзывались просто, пока мы еще приводили в порядок помещение, именно бесплатно, безвозмездно за идею прийти и помочь. То есть и красить что-то помогали, то есть и машина у нас недавно сломалась, нас увозили в магазин, и человек просто по доброте душевной. У меня, говорит, есть время, я могу вам помочь. Можно? Мы такие, да мы рады, конечно. То есть мы любую помощь с удовольствием принимаем. Кафе привлекает людей всех возрастов. Молодые люди играют в настольные игры, читают и отдыхают после учебы. А дети учатся общению с котятами. Каждый находит здесь занятия по душе. Кормил, гладил. Даже всех кормили. Я люблю еще кисок гладить, с ними играться, ну и их держать на ручках. Ну, я считаю, что кошки – это не просто милые создания, это, не знаю, ходячий антистресс. Потому что, кстати, вот известный факт, что владельцы кошек на 30% меньше подвержены онкологическим заболеваниям. Поэтому, я думаю, мы теперь здесь частые клиенты. Проект позволяет адаптировать братьев наших меньших к человеческому общению. Организаторы успешно справляются с поставленными задачами, привлекая неравнодушных посетителей проводить больше времени с животными. Как известно, кошки лучшие друзья, они помогают избавиться от депрессии. Вот, например, Джоли поможет вам избавиться от плохого настроения. Она вас ждет. Наверное, вы уже успели подумать, почему все-таки кошки. На самом деле это неудивительно, ведь кошка – это самое загадочное существо на Земле. Александра Волкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.